Приветствую, друзья! Я решил записывать интересные короткие, надеюсь, короткие видео, хотя вряд ли получится все это коротким. Я решил записывать свои комментарии комментируя, скажем так, ролики Балашова, небезызвестного. Он, как видите, продолжает свою героическую войну со всем миром, при этом называя себя по какой-то причине либертарианцем. И это выглядит все уже не так смешно, как когда-то, не так забавно, потому что на самом деле это довольно уже глупо, это многих уже раздражает. Даже тех, кто, в принципе, не связан никак с либертарианством. Да? И по этой причине все, конечно, выглядит лично для него, не для меня, но для него точно не очень хорошо. И со стороны это выглядит совсем печально. И я попытаюсь пояснить, почему. Очень рад, что уже кто-то присоединился к трансляции. В общем, давайте начнем. Мы должны управиться с вами довольно быстро. Приветствую вас, друзья. Сегодня рубрика «Балашов читает комментарии». Прежде чем начать читать комментарии и их комментировать, я хочу передать привет своему другу Поперечнюку, предпринимателю, который один из совладельцев, организаторов, создателей новой почты, потому что я прочитал новость печальную для него и печальную. Как бы, меня всегда такие вещи печалят, потому что он получил штраф там в 320 миллионов там, сумасшедший, за какую-то там посылку. Я не стал разбираться в этом, но я вспомнил наши дебаты иногда и заочные, и личные с Поперечнюком. Я вспомнил о том, как они говорили, те два бизнесмена, что мы платим все налоги. Я вспомнил всех бизнесменов, которые говорят, мы платим все налоги. А я им говорю, это проблема. Это проблема, и вас рано или поздно она достанет. Ну, на самом деле, уже можно сделать несколько комментариев быстро. Я уверен, что Балашов никакой не друг Поперечнюку, потому что, да, как вы помните, Балашов пригласил Поперечнюка к себе на эфир, но там он человека попытался унизить, попытался принизить и даже как-то оскорбить, если я не ошибаюсь. И после этого вряд ли Поперечнюк считает Балашова своим другом. Ну а Балашов просто врет. И это тоже, конечно, некрасиво. Еще, конечно, он посрался зачем-то с Черняком. То есть он плодит себе врагов. То есть он лепит их, он их сам лично создает своими словами, жестами. Вот это, конечно, у Балашова... Ну, человек разумный ищет союзников, а этот человек раскидывается людьми. И потом удивляется, а почему ж никто не идет к нему в партию? Ну, потому что ты ведешь себя так. Ты не слушаешь людей, ты не занимаешься строительством партий. Ты набрал фанатиков в свою партию. О чем еще можно говорить? И, конечно, с тобой не хотят связываться, потому что ты агрессивный, ты не прислушиваешься к людям, ты такой себе, как тот же Адик, знаете, Алоизович, который собирал вокруг себя толпу, всех там, от генералов до горничных, и рассказывал 2-3 часа, какой он великий стратег, какой он великий гений. При этом критику он не слушал, он людей, любых людей, которые были рядом с ним и пытались ему объяснять, что он действует неправильно, он убирал. Он не расстреливал, как Сталин, но он их убирал тут же. Поэтому все боялись Гитлеру перечить, что-то ему говорить, спорить с ним. И, в общем, этот дурачок проиграл. Но Гитлер, скажем так, максимальный социалист, а Балашов у нас минимальный социалист. За минимальный госплан. Вот. В общем, да, с Поперечнюком он посрался, и очень жалко, что Поперечнюка действительно так гупнули. Вот. Но
ну, такова власть. Надо хоть как-то с ней бороться. То есть Поперечнюка ограбили на 300 миллионов. Ну, теперь Поперечнюк должен как-то скрыть от государства 600 миллионов. Вот это будет справедливо. Едем дальше. Она достанет нас всех. И даже если не со стороны налогов, то со стороны финмониторинга. Или со стороны проверяющих. Потому что государство – это монстр. Монстр, который придумывает в виде чиновников новые уловки, как выжать из вас деньги. Видите, Балашов сам себе роет яму. Ты в камере. А теперь не в камере. Сам себе роет яму. То есть сам себе копает... непонятно что. Он же, помните, как-то в своих роликах утверждал, что платить налоги должны все. Все обязаны быть налогооблагаемыми. Да? Потому что даже при системе 5-10 вы должны будете государству. А тут он говорит, что нет, знаете, государство это монстр. Оно состоит из неких монстров. Ну вот вам, пожалуйста, пример двуличия, да, двойных стандартов. Что также не говорит о Балашове, как о либертарианстве что-то. Потому что либертарианец всегда последовательный. Да? Если он критикует государство, он критикует его полностью. А тут, ну, вот такие налоги плохие, а вот мои хорошие. Просто это потому, что мои налоги. Понимаете, какая интересная ситуация получается? Налоги Балашова – это хорошо, потому что это деньги у Балашова. Это класс, это офигеть. Налоги чужие, когда они идут в карман каким-то другим людям, а не Балашова – это плохие налоги. Это... И вот у Балашова двойные стандарты, как у любого политика. Если, это дел... Если некое зло делаю я, то это хорошо, то это нормально. Если некое зло делает кто-то другой, это плохо. Это мы критикуем и осуждаем. И у них очень простое разумение. Если у вас есть деньги, мы идем к вам. И вот Поперечнюк, его новая пошта, получили очередной штраф. Вот мне интересно. Он всегда заявлял, что он вне политики. Мы честные, пушистые бизнесмены. Мы платим все налоги. Но вот приходит время, когда вы не сможете заплатить все налоги. Вы не сможете заплатить все штрафы. Ну, на самом деле, чтобы вы понимали... Цель государства, чтобы все деньги были у государства, ваши деньги, и вся собственность. И чтобы вы еще были с солдатом, который побежит умирать за государство. Да? Поэтому, конечно же, государство будет радеть за то, чтобы вы отдали ему все, в том числе и свою свободу и жизнь. Так что... Понимаете, я думаю, каждый действует по мере возможности, да, по своим возможностям. Поперечнюк действует как-то, Балашов действует как-то, Черняк действует как-то, Шерстнев действует как-то, в хорошей я компании. И все действуют так, как позволяют им ресурсы, как позволяет ситуация. Поэтому говорить, что вот, видишь, очередной штраф, это почему? Это сам ты виноват, не поддержал Балашова, то есть... Видите, у Балашова, как у типичного человека советского, то есть левого, у него нет вот этой очень полезной функции смотреть на себя в зеркало, оценивать свои поступки, оценивать свои слова. Он всегда говорит, это вокруг люди плохие, это они меня гения не понимают, это люди не такие. Все вокруг у Балашова виноваты в чем-то. Но сам Балашов ни в чем никогда не виноват, он всегда прав. И это, в принципе, отношение типичного левого человека, а так как Балашов советский, это такой себе, знаете, советский в кавычках либертарианец, по этой причине он всегда будет вокруг себя обвинять. Почему Поперечнюк его теперь сторонится Балашова? Ну, потому что Поперечнюк выслушал от Балашова много хамства и неуважения получил. В довесок. То же самое Балашов сделал с Черняком. Потом на Гордона накинулся. Потому что, видите ли, они не хотят его считать гением, они не хотят ему давать бабла. А что изменится от того, что Поперечнюк или Черняк или кто-то еще даст Балашову денег?
Я понимаю, если человеку, ну, он нуждается в помощи, и вы хотите ему помочь, это благотворительность. Или вы хотите, чтобы он для вас денег заработал, это называется кредитование, да? Или если вы как инвестор, вы можете доверить свои деньги бизнесмену, он вам, возможно, сделает денег, да? А тут зачем давать? Ну, получит Балашов 10, 20, 100 миллионов долларов. Это же нужно вытащить, положить, потом на что-то эти ресурсы... Знаете, есть такая поговорка, кто девушку, тот ее и танцует, да? Вот Балашов, у него нет денег, потому что он довольно мелкий предприниматель. Но если придет какой-то другой дядька с большими деньгами, Балашов обязан будет делать то, что хочет дядька, а не сам Балашов. А если Балашов будет делать то, что он и сейчас делает, ну так человек уйдет, а деньги будут просто потрачены. И все этого знают, все это понимают, и все это знают. По этой причине к Балашову не хотят идти. И никогда не придут, пока он не изменит свою, пока он не изменит себя, пока он не станет настоящим либертарианцем. Пока он не поймет, что важно знать, важно иногда выслушивать критику, важно иногда соглашаться с критиками, если они правы. То есть важно работать над собой. Я над собой работал 10 лет. Балашов просто услышал слово либертарианство, сделал себе татушку, и как бы все. Как бы я умываю руки, больше ничего делать не надо. Термин либертарианство мне подходит, там что-то за бабло было написано, поэтому, а я любитель бабла, поэтому буду говорить, что деньги важны, бла-бла-бла. Ну ладно, об этом чуть дальше. Вы рано или поздно сломаетесь. И сломаются многие бизнесмены. Потому что вот в этой вот среде процветают совершенно другие мутные люди. Потому что процветают мутные схемы. И вот Поперечнику я могу только посочувствовать и в очередной раз ему напомнить. Если ты не в политике, то политика займется тобой. Им все предприниматели, которые сейчас не в политике и гордо об этом заявляют, что нас политика не интересует, а тем более, что политика это грязное дело. Нет, это у вас грязные мысли и грязные схемы. Это вас обдирает грязное государство. А политика бывает с чистой душой. И чистая душа у меня лежит к тому, что и Поперечнику, и всем остальным предпринимателям, и мне, и потомкам, и моим детям нужна система 5-10 в Украине. Нужно минимальное государство, чтобы оно не мешало нам жить, работать. Чтобы у нас осуществился главный принцип. Право на выгоду. Это основополагающий либертарианский принцип. Право на выгоду. Ну, очередная глупость, да, вы ее, я думаю, уже услышали. Что за первый фундаментальный принцип либертарианства – право на выгоду. Вообще-то выгода бывает и преступной. Да, когда государство подделывает деньги, печатает, производит, неважно. Это что, право на выгоду или не право на выгоду? Чья тут выгода? Тут выгода государства, очевидно. Но это выгода. То есть имеет человек воровать, право на воровство. Имеет право он воровать? Или нет? Что значит право на выгоду? У Чикатило, например, выгода насиловать и убивать детей, да, в гольфиках. Это право на выгоду или не право на выгоду? Государство грабит всех и вся везде, да, повсюду. Это право на выгоду или нет? Вот Путин там себе строит огромные дворцы. Это право на выгоду? Нет, принцип... Самый главный принцип либертарианства – это принцип добровольности. Если все добровольно, значит, это нормально, значит, это не страшно. Значит, это вкусно, полезно, выгодно. Возникает сотрудничество. И так возникает выгода. Иногда выгода бывает потерянной. Так что у человека, который потерял выгоду, он что, должен ограбить кого-то, чтобы возместить себе типа право на выгоду? Ну, это глупость. Ну и, конечно же, вот эта вот мантра, что давайте деньги, давайте несите в партию, как я уже говорил, это уже не работает. Все видят, кто такой Балашов. Он даже хуже Жириновского. Потому что тот, видите, он поменял тактику. Он раньше был скандалист и клоун,
А сейчас он серьезный, на телевидении, там в телевизоре поносит американцев. И многие за Жириком начали Путина любить из-за Жирика. Но я не призываю, конечно, Балашова стать Жириновским. Пусть лучше уж будет так, чем он залезет в политику и потом вообще все разрушит в своей жизни. Но, опять же, меняться стоит Балашову, меняться, работать над собой. Ведь богатство не только в деньгах, но и тут богатство. Тут тоже нужно тренировать мышцу, ходить в качалочку, подсчитывать какие-то статейки, посматривать Золотарева, может, послушивать какого-нибудь пацана Шерстнева, который там, у него молоко на губах, ну, может, он в чем-то прав, может, нет, но надо же тогда это обсудить, да, подумать над этим. Прав ли в чем-то Черняк, прав ли в чем-то Поперечнюк, надо разбираться. Мы с вами должны получить. Ну, а Поперечнюку держитесь, ну, а если вы опять будете продолжать валять дурака и гордо заявлять о том, что вы не в политике, и что вы платите все налоги и все штрафы, ну, тогда я сочувствую и вашим сотрудникам, и вашим инвесторам, потому что вы все равно приведете их в тупик. Не, ну, вы представляете, да? Он сочувствует Поперечнюку, потому что, а тот еще занимается валяет дурака. То есть Поперечнюк со своим партнером создали крупнейшую компанию в Украине, чистейшую компанию в Украине. Я не считаю, например, какую-то компанию, которая пытается скрыть свою собственность от гопников, это плохой компании, да, типа рэкетирской. Такие в Украине компании есть. Я надеюсь, Новая Почта такая компания, который все-таки не дает гопникам много, но зато оставляет себе очень много и благодаря этому делает нас всех богаче. Но вот эта вот его дурость валяет дурака. Знаете, вот Балашов любит фразу: если ты такой умный, что ты такой бедный? Вот Балашов, что ты такой бедный, если ты такой умный? Почему ты лезешь к Поперечнюку с его огромной компанией, к Черняку с его огромной компанией? Потом полезешь скоро к фермерам, которые вот-вот уже на деньгах пухнут, уже видно это. Потом еще к кому-то полезешь. Потом полезешь к Коломойскому, да, или к банкирам. А потом полезешь к государству за подачками, да. Потом пойдешь по пути Жириновского, когда тебя Путин будет содержать. Ну, или какой-нибудь там очередной Зеленский или очередной Порошенко. Вдохновленные едой. Ну, такое название, да. Здравствуйте, Геннадий. 6 лет назад потеряла работу в Крыму. Вернулась в Ивано-Франков. Сразу появились огромные проблемы с деньгами. Прослушал вашу книгу. Последовал совету двинуться в денежные места. Переехала в Киев. Через полгода уже оказалась в США. Это отдельная история. С турвизой осталась здесь на свой страх и риск. Были очень тяжелые работы. Работала по 7 дней в неделю. В Америке, кстати, так работают. Но ваши фразы каждый день поднимали меня с постели. Вы выходите на охоту за деньгами. Каждое утро начиналось с философии денег. Не планировала здесь оставаться, но вышла замуж и родила ребенка. Жду воссоединения семьи. Дочке 2 года. Сразу начинает разговаривать на 2 языках. У нее хороший старт. Давненько хотела вам написать. Вы меня круто замотивировали. Очень помогли своими советами. Жаль, но родители не помогли поделиться подобным опытом. Большое вам спасибо. Оксана Грушко. Вот от таких, конечно, писем слезы на глаза. Ну, в общем, я не буду тратить на это время, когда Балашов читает длиннющие мантры. Он мог бы просто показать комментарий мельком, а потом уже сразу отвечать на вопрос. Не надо вот затягивать это. Это так удобнее. Показал комментарий, кому интересно прочесть комментарий, тот клацнет паузу и почитает его лично. Вот. Но Балашов читает похвалу самому себе. И вот если вы начнете, Боже вас упаси, да, если вы начнете следить за его каналом и следить именно за рубрикой БЧК, бык читает комментарий, то вы увидите, что
В основном Балашов читает мантры о себе. Ой, я не в ту камеру работаю, извиняюсь. Он читает мантры о себе, такие похвалу. Такой, я такой гений, смотрите, вот еще кто-то меня считает гением, потому что я же гений, как иначе? Вот, там, где женщина говорит, что типа, она наслушалась Балашова, поехала сначала туда, потом сюда, потом в Штаты, потом типа женилась, бла-бла-бла-бла-бла. В общем, жизнь удалась. И все благодаря чему? Благодаря кому? Благодаря деньгам, благодаря Балашову. На самом деле, я думаю, что это выдуманная история, скорее всего. Ну, я не утверждаю ни в коем случае. Если у женщины все хорошо, я ее сердечно поздравляю, витаю. Но если это выдумка, то это очень грязная выдумка, потому что вот я открыл для себя Балашова, потом махнула в Киев из своего села, потом прям в Штаты, потом женилась, и у меня все хорошо. Не-не-не. Как бы на джинсу смахивает. Наворачивается, потому что, ну, в общем-то, ради этого я все время и работал. Ради этого я получаю часто шишки, но книга написана, передачи ведутся. Я продолжаю все-таки говорить то, что я говорю, и о теории перемещения, и о том, что удача вас ждет только тогда, когда вы двигаетесь. А сейчас мы еще запустили новую передачу по утрам на Знай.ua. Вы можете слушать каждый день эти подкасты с 9 утра до 10, и потом они еще идут в записи, и там вот продолжается та миссия, которую мы несли еще 10 лет назад, рассказывая людям действительно, как выкручиваться в этой жизни. Потому что вот женщина, которая написала, Оксана, она действительно пошла путем выкручивания. И это привело ее. Но на самом деле, я должен сказать, и не забирать все лавры себе, потому что на самом деле мы будем тех, кто хочет быть разбуженным. Нас слышат тех, кто хочет быть услышанным. Да, в общем, знаете, Балашов спустился с небес и не должен забирать все лавры себе, хотя на самом деле он что сейчас делает? Забирает все лавры себе. Ну, какая-то там простая женщина его похвалила, потому что он такой гений, и она, конечно, молодец, но я не буду забирать все лавры себе. Я просто скажу, что я гений, я великий, любите меня, я Беляш, и за мной стоят миллионы хомяков, которые пока обо мне еще ничего не знают. Но вот эта женщина, она восхитилась великим, восхитилась прекрасным и все поняла. В общем, я не буду забирать лавры себе, просто скажу, что я гений. Дайте мне гению денег, и я сделаю вас всех умными, добрыми, богатыми, здоровыми, красивыми и молодыми. Каждой бабе по мужику. И тех, кто хочет слышать. И вот она услышала, многие люди услышали. У нас не хватает средств массовой информации, у нас не хватает средств на то, чтобы рекламировать эти идеи в массы. Но мы продолжаем это делать. И поэтому для чего нам нужны, мы просим там людей, чтобы нам помогали в этом, нам нужны рекламные бюджеты. У нас нет рекламных бюджетов. Потому что очень важно, чтобы больше украинцев это услышало. Потому что больше Оксан, Игорей, Сергеев попросту спасутся в той ситуации, в которой мы все оказались. Потому что мы в заложниках у дурного государства. Мы в заложниках у постсовка. Мы в заложниках даже у патриотов. Мы в заложниках у бессмысленного существования. И, конечно, когда вот люди находят все силы подняться и выкрутиться, обратите внимание, Крым, Ивано-Франковск, Киев, Америка и вот воссоединение судьбы, она туда забирает уже всю семью. И так это всегда будет. Потому что люди, которые перемещаются в правильном направлении вверх, они идут вверх. А если вниз, то вниз. А если на месте остается, то вверх уйдет еще дальше. Зарабатывайте. Евгений Ричт. Да хватит всех призывать в Киев. Тут... Прикиньте, он прочел Райт как Ричт. Евгений Ричт ему задает вопрос. Чудак был в Америке. Либертарианец. Много книг, наверное, прочел. Ни одной. Но он Ричт. Читает. Советский человек, Ричт. Меня не учили в советской школе бизнесу. Да и английского тоже, я не знаю. Поэтому Ричт, зарабатывайте.
Ну, я спешу ответить за Балашова. В принципе, конечно, мы послушаем ответ Балашова, что он там скажет, очень интересно. Но, знаете, парень прав и не прав одновременно. Прав он в том, что, да, киевляне страдают часто от не понаехавших, а от пробок. Потому что многие люди приезжают в Киев, находят работу, арендуют квартиру. Или потом находят работу и квартиру. О, Господи, что я уже несу. А после они покупают автомобиль. И да, Киев в пробках. Но это не проблема людей. Вот знаете, государство всегда обвиняет людей. Если у бизнеса клиент всегда во всем прав, то для государства, у государства клиент всегда во всем виноват. Если бы Балашов знал, читал бы Ротбарда, он бы эту фразу знал бы. И он бы ее вставил куда-нибудь, кому-нибудь, какому-нибудь этатисту. Вот. И проблема дефицита, в данном случае дефицита дорожного покрытия, да, дорожного полотна, то есть дорог, это, как всегда, государство. Государство просто указывает, вот, смотрите, автомобилисты ужасные, они еще понаехавшие, но и автомобилисты тоже. Метро не резиновое, дороги не резиновые, мосты не резиновые. Почему у бизнеса все резиновое, да? То есть ни один интернет-провайдер никогда не будет кричать своим клиентам в уши с дикой истерикой, мол, меньше пользуйтесь интернетом, меньше выходите в YouTube, меньше смотрите порнушку. Меньше там играйте в игрушки, меньше смотрите сериалы. Это я вот сейчас перечислил все, чем я занимаюсь целыми днями. Меньше всего. Нет, ни один бизнесмен не скажет меньше. Он скажет, потребляйте больше. Возьмите два по цене одного. Потому что так действует бизнес. Если бы в дороге в Украине были частными, как во многих штатах Соединенных Штатов, как в Эстонии, как в большинстве стран Европы, ну там они не прям в частной собственности, но под управлением частного бизнеса, за счет чего бизнес получает выгоду. То есть он как бы берет в аренду кусок дороги, и люди едут. То есть Киев может быть еще лучше, еще красивее, если в нем станет меньше государства. Но Балашов об этом, я думаю, не скажет. И он даже, наверное, это не учтет. Ой. Найн. Пройти, проехать нельзя, регионы нужно развивать. Конечно, нужно развивать. Но мы сейчас говорим о людях, которые оказались в тупиковой ситуации. Но представьте себе, вы родились в оторви колесах и думаете, что вы там можете заработать. Простая подсказка переехать в Киев. Потому что просто возможностей больше. Простая подсказка, просто там, где деньги, там и надо находить себя. А вот эти вот возгласы о том, что ну хватит призывать всех Киев, я не призываю всех Киев, можете ехать в Париж, можете ехать в Лондон. Вот Оксана из предыдущего комментария, она поехала в Америку и там нашла свое счастье. Та там пахала, рисковала и так далее, но так и замуж вышла, так и родила детей, так и соединяет семью. То есть не важно, откуда придет спасение, но важно увеличить вероятность этого спасения. Вот в Киеве вероятность спасения от бедности просто выше, чем в отрыве колесок. Поэтому вот эти возгласы хватит здесь протолпиться. То чем больше людей, тем больше будет свободного места. Потому что Киев растет. И чем больше здесь будет проживать людей, тем комфортней он будет становиться. Тем лучше здесь будет зарабатывать деньги. И мы все время, я говорю о том, что будущее человечества – это в больших городах. А попросту потому, что здесь вырабатывается ВВП. Попросту потому, что здесь сокращается логистика. Здесь идет концентрация мысли. Здесь нет природных, так сказать, кусочков земли. Здесь все рукотворно и во все вложено деньги. Поэтому не надо останавливать поток беженцев со всей Украины в Киев. А то, что регионы надо развивать, неправильно посыл. Регионы должны развиваться. И если я буду рад, если где-то в Украине появится центр притяжения для новых денег. Но должен вам сказать, что это появится, безусловно. И Одесса засверкает, и Львов, и Харьков, и Днепропетровск в системе 5-10. И не будут идеальны быстрорастущие города новой Украины.
которую я и хочу построить. Либертарианская Украина. А пока этого не произошло, пока мы выбираем то зеленых, то Порошенко, то Тимошенко, то еще какую-то хрень, или ОПЗЖ приводим к власти, то будет так. Поэтому Киев – это единственное место. Ну, да. Очевидно, что, конечно, все должно развиваться там, где живут люди. Но Балашов в чем не прав? Он говорит, вот, надо голосовать за правильных. Вот эта вечная мантра, что у власти неправильные, а я на самом деле правильный. Все так говорят. Все политические силы, партии, политики так говорят. Все. Завершить. По этой причине просто ходить голосовать за того же Балашова, его там 5-10, это не выход из ситуации, потому что во всем мире все равно леваков, попрошаек, бедных будет больше. За кого голосуют левые, попрошайки и бедные? Они голосуют за тех, кто даст. У кого-то отнимет и этим даст. Только так. Поэтому таким силам, как Балашов, никогда не победить. Это во-первых. Там были, конечно, примеры, но они просто подтверждают правила. Это Тэтчер, это там Саакашвили, но были и другие варианты. Тот же Ли Кван Ю, конечно, да? Или бывают варианты, когда ресурсов мало, поэтому государство просто не может грабить много или сильно. Потому что люди тупо сбегут. Ну, или придется границы закрывать. Ну, тогда это уже полная диктатура, и все равно особо больших ресурсов от этого всего ты не получишь. В общем, нет, голосовать ни в коем случае нельзя ходить, потому что всегда к власти будут приходить левые, да, или не левые, но все равно те, кто будут проводить левацкую политику, говорить, что мы против, допустим, коммунистов, а сами делать руководствоваться и действовать по коммунистическим принципам. Легко. Пока в Украине, которая быстро растет. Николай Еременко. Геннадий Викторович, прошу рассудить спор предпринимателя и ответить на вопрос. Сфера деятельности – деревообработка. Первое. За последние полгода цена на сырье дерева выросла в 2 раза. На бирже продажа сырья. Это произошло по причине открытия Китаем прямых договоров на покупку обрабатываемой древесины. Должно ли государство в данной ситуации вмешиваться в регулирование цен на внутреннем рынке? На сегодняшний день цена сырья ориентирована на цену покупки Китаем. Второе. Как бы регулировали цены при 5-10 для внутреннего и внешнего рынка? И регулировать бы вообще? Схожая ситуация наблюдается в сфере продажи подсолнечного масла, металлов и других продуктов, ориентированных на экспорт. Дорожает цена на экспорт, дорожает цена на внутреннем рынке. Спасибо, очень ждем ответа. Ну вот, типичное мнение человека, который, в принципе, делает какие-то деньги, но считает, что его должны защищать, что государство должно ему помогать. Жалко, что многие бизнесмены и многие люди так считают. Ну как, большинство, к сожалению, как людей, так и бизнесменов считает именно так. Я должен быть защищен, потому что я же делаю общее благо, а вот какие-то там китайцы. В чем проблема регулирования цен на что-то? Да дефицит начнется. Когда государство устанавливает цены на каких-то уровнях, да, то есть выше, ниже этого уровня ни-ни. Ну или ниже можно, выше нет. То из-за инфляции в разных регионах планеты возникают искажения ценовые. И люди не знают, как им вести бизнес, потому что ну, им надо приспосабливаться. Да? Условия же меняются. Валюта дешевеет. У кого-то что-то не доехало, да, у кого-то что-то сломалось, и нужны дополнительные ресурсы. А это возможно там, получением только через повышение цены, да. Или у вас, например, такая ситуация, как, ну, допустим, с ну, вот типичная есть ситуация, когда, допустим, где-то грянула катастрофа. Например, взрыв на каком-то вокзале или в аэропорту, террористы, да, или, например, наводнение или какое-то стихийное бедствие, и все затопило, да, и всех смыло.
тут же люди взвинчивают цены. Допустим, таксисты, когда был теракт, то ли в России, что ли, в Питере вроде. Когда был теракт, таксисты тут же взвинтили цены. Они просили бешеные деньги для того, чтобы приехать в аэропорт или уехать из аэропорта. Потому что таксист понял, сейчас он возьмет мелочь, а таких заказов будет тьма. И он должен, как разумный, нормальный человек, и так бы поступил каждый, он должен отсечь многих, но помочь самым, скажем так, ну, тем, кто нуждается больше всего. И понять это, в принципе, можно на глазок, а можно с помощью денег. Типа, плачу любые деньги, этого ребенка нужно везти срочно в больницу. Вот это разговор понятный. Типа, давай бесплатно поработай, потому что, ну, это же человеческая жизнь. Да, понятно, это человеческая жизнь. Но у всех людей есть человеческая жизнь. И почему таксист должен тратить свою жизнь на спасение чужой жизни? Кто о нем подумает, да? То есть, как бы тут не очень хорошо получается. Но с другой стороны, конечно, благотворительность тут же включится. Но тут включается государство и запрещает, допустим, таксистам повышать цены. Тогда в этой ситуации нет никакой выгоды. И просто первая партия таксистов уедет с аэропорта, да, допустим, она бесплатно заберет всяких раненых, но останутся там десятки, сотни или тысячи других раненых. И обратно таксисты не поедут, потому что они не благотворители. Они люди, которые хотят заработать. Они зарабатывают деньги. Все мы зарабатываем деньги. Даже леваки, им приходится либо попрошайничать, требовать для себя каких-то денег от государства, либо работать, ходить на работу. Но мы все работаем ради денег, чтобы потом что-то на эти деньги купить. То есть нам не деньги важны, да? Деньги не имеют ценности большой. Мы работаем для того, чтобы получить некие блага. Купить что-то за деньги. Вот ради чего мы живем, вот ради чего мы зарабатываем. По этой причине, конечно же, цены регулировать ни в коем случае нельзя, ни в какой области. Даже если вы бизнесмен и понимаете, что это вам вредит, то все равно, да чтоб ты, то все равно вам придется с этим смириться. Вот так лучше. Вам придется с этим смириться, потому что конкуренция улучшает вашу жизнь. И прямо и косвенно. В каких-то других областях. Вы живете хорошо, в комфорте и богато только благодаря конкуренции в каких-то в уйме других областей человеческой деятельности. Только так вы можете существовать в этом мире. Значит, нужно просто смириться, что конкуренция – это хорошо. Это прекрасно для вас, то есть это нормально. И радоваться, да, ну, у вас не получается, но вы должны знать, что таковы правила игры нашей. Наша игра под названием «Жизнь». Либертарианцы против любого регулирования рынка. Потому что как только регулируется рынок, сразу надо поставить себе вопрос, кто регулирует рынок? Какой-то чиновник. Какое-то государство, которое к рынку не относится никак. Оно начинает регулировать. В результате появляются взятки, ограничения, тормоза для товара. Поэтому товар должен перемещаться абсолютно свободно, без трения об государство. Любой запрет – это трение об государство. И, к сожалению, люди, как только касается их шкурного интереса, превращаются из либертарианцев, как бы, давайте свободный рынок везде, а вот в моей отрасли давайте порегулируем. Понимаете, в чем тут очередная проблема Балашова? Очередные двойные стандарты. То есть, если Балашов утверждает, что рынок не должен регулироваться государством, чиновники не должны влазить, и госслужба в дела предпринимателей, в дела сотрудников этих предприятий, их предприятий, да, предпринимателей, не должны влезать в жизнь людей никак, то потом вдруг оказывается, что нет, стоп. А вообще-то 5-10, а вообще-то налоги, а вообще-то никакой частной полиции, да и будет полиция Балашова. И что будет делать полиция Балашова? О, она будет делать интересные вещи. Она будет бегать за людьми и заглядывать им в карман или в кассу. Где деньги на 5-10? А, ой, у нас же не только 5-10, у нас еще...
20% ну, я не знаю, это просто предположение, это я так, для примера. У нас 20% налог на землю, 30% налог на недвижимость, и НДСик надо все-таки оставить или лучше повысить, ну, все-таки 5% или 10% это на 5%. Что там с продаж? 10% вроде. Это как раз и есть НДС. Хотя Балашов это всячески категорически отрицает. Но нет, это именно НДСик. Наш любимый НДСик. Так вот, Балашов лезет, конечно, ну, скажем так, немножко не туда. То есть он прав в том, что государство не должно влезать и не должно создавать конкуренцию, руководить конкуренцией, вмешиваться в конкуренцию. Поэтому оно не должно регулировать цены и вообще влезать в какую-либо деятельность людей. Но деятельность людей – это и военная деятельность. Это и судебные дела. То есть, когда люди спорят друг с другом, да, нужен какой-то арбитр, который рассудит людей. Для этого нужен человек, который называется судья. Да? И опять же, конечно, частные полиции повылазят на свет, как говорится, божий, на свет человеческий. Конечно, повылазят. Как он будет с этим бороться? Он будет как, воевать, будет убирать частных полицейских. А вдруг же частная полиция, а потом частная армия, они начнут защищать предпринимателей от государства, от самого Балашова и от его гопников с мантрами религиозными про 5-10. От этих фанатиков. Вооруженных, напомню, если Балашов все-таки станет властью, доберется до власти. Да вообще любой чиновник, вот он говорит, чиновники это козлы, это вот. Да нет, он просто говорит так, потому что он не на их месте. Окажись он на их месте, или любой из вас, или даже я, мы будем делать то же самое, что делает власть. Власть меняет людей в худшую сторону. Напомню, в чиновнике умирает человек. Опять перепутал, не знаю, в какую дырку смотреть. Ой, опять не подумает не то. Да что ж такое? Вот. Так что, да, цены не должны регулироваться никак. Но и вообще государство не должно регулироваться. Поэтому никакого минимального государства быть не должно, господин стареющий. Не, ладно, ну может, я же не эйджист. Неважно, какой человек, какого человека возраст, но он должен все-таки соображать. Хоть немножко проводить хоть какую-то аналитическую работу над собой, над ошибками. Да. В моих интересах. Это, кстати, наблюдается массово. Люди именно так думают. Потому что они считают, это страх конкуренции. Никогда нельзя бояться конкуренции. Вот представьте себе боксеры, да? Вот они вырастают в нашей стране. Боятся конкуренции. Ну, тогда давайте чемпионат мира проводить только на территории Украины. У нас будет здесь столько чемпионов мира новых. Но вопрос, а класс их будет каков? Будут ли они выступать на уровне топовых боксеров мира? И потом как-нибудь встретятся наши чемпионы мира с мировыми чемпионами мира, где была конкуренция, и накостыляют им по полной программе. Вот так вот происходит и с товаром. Если мы будем что-нибудь сдерживать, мешать, то мы оказываемся в неконкурентной среде, а значит слабыми. Знать там, где поддерживает государство, это слабая отрасль. Она должна в абсолютно конкурентность. Почему нас обыгрывают бразильские самолеты на средних дистанциях, наш Антонов? Да потому что Антонов все время поддерживает государство. И он отяжелел. А бразильский аэробус никто не поддерживает. Его поддерживают инвесторы долларом. И в результате он на рынке дешевле, лучше и дальше летает. И экономичнее. Поэтому вот такая вот либертарианская позиция. Ну, аналогия плохая у Балашова все-таки. Она, в принципе, да, для простаков может пояснить, что такое конкуренция. Но я бы не сравнивал конкуренцию со спортом. Потому что спорт – это все-таки война, это джунгли. Да, когда сильный жрет слабого. На рынке ничего такого нет. На рынке, знаете, это так, это можно описать так, как зебра под ручку со львом бежит к водопою, к озеру, возле которого
прыгает крокодильчик, и там нюхает цветочки. Вот это рынок. Потому что на рынке все получают выгоду от всех. Вы отдаете деньги, чтобы получить больше выгоды. Человек отдает вам товар, чтобы получить больше выгоды. Он считает, что выгода в деньгах, предприниматель считает, что выгода в деньгах для него сейчас выше, чем его товар. А покупатель считает, что получаемый товар, он ценится выше, это больше выгоды, чем его деньги, которые он за этот товар отдает. Все, это абсолютный мир, абсолютная гармония. Да? Вот как когда-то Айн Рэнд секс назвала величайшим проявлением эгоизма. Да, в принципе, да, абсолютно так. Мужчина пытается получить удовольствие, доставляя удовольствие девушке, а девушка хочет получить удовольствие, пытаясь доставить удовольствие мужчине. Вот почему, например, лично я обожаю порнографию, а какой-нибудь странный троглодит Ересев ее критикует. Так вот, это о конкуренции, то есть аналогия у Балашова немножко неверная, но, в принципе, да, она неплохо простакам может объяснить, мол, реально, если ты не боксер, если ты боксер, но не терпишь других боксеров, то тебе не надо заниматься боксом. Реально нос расквасят, и все, и до свидания. Ты должен постоянно, вот я люблю гоночки, я постоянно себя поддерживаю в тонусе, постоянно что-то для себя открываю, учусь, но это как бы развлечение, я согласен. Но если меня посадить за настоящий автомобиль, думаю, некоторые навыки, которые я получил за эти многие годы тренировок, они сохранятся, они у меня будут. У меня как-то был инструктор, который сказал, ты что, ты первый раз едешь или ты врешь? Или ты покататься так вышел в город? Что-то ты слишком хорошо едешь и уверенно едешь. Что такое? Ты точно новичок? Ну, мне приходилось так говорить, чтобы люди... Да, это тот, который в Америку уехал, да. Люди, чтобы они мне давали транспортное средство... просто покататься за небольшие денежки. Бронислав Пупков. Противно смотреть и слушать этот бред. Нас грабят, а этот проэкономический рот и зеленому бобику подлизывает. Ф топку нах бред. Да, Бронислав, вот правильно, Пупков. Бронированный пупок, я бы так сказал. Блин, моментально у него идет оскорбление. Вот моментально, насколько он примитивный, ограниченный, инфантильный человек. Представляете, то есть... Ему какой-то ноунейм в интернете написал какой-то комментарий гневный, или, может, не гневный, но с критикой. Все, он уже пупок, кто он там, уже исковеркал фамилию. То есть я тоже беляша и коверкаю, но потому что он сам такой. Да? Потому что он всех оскорбляет, но считает, что к нему это применяться не должно. Поэтому надо бить его же оружием. Беляш, Баблашов, Блаблашов... Вот эти слова должны к нему прилипнуть. Беляш, потому что он, ну, скажем так, политик тех, кто продает беляши, да. То есть я не против этих ребят, они классные, они кормят нас, когда мы хотим покушать, когда мы... Но эти люди не богаты, и их очень мало. Поэтому Беляш, он лидер Беляш, да. Лидер тех, кто продает беляши на рынке. Или то есть вот как бы его уровень, да? Это не уровень Поперечнюка, это уровень человека, который не знает вообще русский или украинский, еле говорит на ломаном английском и хорошо знает арабский, допустим. И он продает какой-то товар. И на него часто нападают там, всякие гопники, там, бегают. То менты, то активисты кличковские, то сам Кличко. Борцун, да. Поэтому нет. Не по-либертариански прям вот сразу оскорблять. Это же сразу выдает то, что ты слабый. То, что ты заводишься, то, что тебе плохо. Тебя, вот смотри, человек тебя оскорбил, ему плохо. Так наслаждайся тем, что ему плохо, потому что ты видишь, что ему плохо. Ну, он же оскорбил тебя. Ты это увидел или услышал. Значит, ему плохо. И он хочет, чтобы плохо было тебе, потому что он раздражен. Радуйся тому, что человеку плохо. Не оскорбляй человека в ответ. Посмейся, подкали его как-то, поиронизируй над ним.
Это будет больше, скажем так, по-либертариански. Нет, по-либертариански можно им послать нахер. Конечно, можно. И я делаю так. Но ближе, скажем так, если ты уж политик, да, ближе к либертарианству будет как раз мягкое отношение к людям. Мягкое отношение к людям. Если ты политик. Мне, как анархисту, это не надо. Я могу, могу, конечно, и оскорбить, и послать. Но обычно я так не действую. Я просто приучил себя за эти многие-многие годы работы. Хотя иногда, конечно, тоже посмеиваюсь над теми, кто меня как-то попытался унизить там или попытался оскорбить. И дальше пытается со мной вести войну, хотя это не плодотворно, потому что я такой цепкий. Если меня зацепить, и если человек меня зацепит, то я буду воевать с ним до тех пор, пока он не вывесит белый флаг. Словесно, понятно, словесно. Но интеллектом, конечно, я, скорее всего, смогу победить. Но! А может, не смогу, бывает по-разному. Но! Зачем сразу? Ну, какой ты дурак? Ну, зачем? Ладно, я уже повторяюсь. Но это дурость. Это признак слабости, признак инфантилизма. Тебе показали пальчик, и ты уже такой... Слезки потекли. Я ему что дать? Я хочу, чтобы ему сделали больно. То, что нас грабит государство, это безусловно. Но когда вам задают вопрос, а есть ли экономический рост? Ну, сами подумайте. Если в мире есть экономический рост, а Украина все равно связана с миром, то здесь тоже происходит экономический рост. Потом следующий вопрос. А как мы можем наблюдать экономический рост? Ну, есть официальные сводки, официальные данные. Но есть же и неофициальные данные. Например, стоимость товара в магазине. Она дорожает? Она дорожает, все об этом кричат. Это признак экономического роста. Производственные товары, которые продаются на международном рынке, на экспорт, дорожают? Дорожают. Это признак экономического роста. Дальше. Люди потребляют больше? Потребляют больше. Как мы можем это видеть? Так, стоять не с места. Балашов пойман сейчас на таком дерьме. То есть, надо ж... То есть, у нас повышение цен, это оказывается экономический рост, ёшкин кот. Вот люди потребляют, экономический рост. Вообще-то, кейнсианская теория, которая точно так же утверждает, что вот, люди тратят больше, деньги должны дешеветь, и поэтому терять, как говорится, покупательную способность, это путь к богатству, изобилию и благополучию. Нет. Кейнсианцы, как мы уже, австрийцы, да, давно уже выяснили, кейнсианская теория, я не утверждаю, что Балашов знает кейнсианскую теорию, знаком с кейнсианской теорией. Я надеюсь, нет. И не надо туда лезть. Хотя, возможно. Вот кейнсианство ошибается, потому что экономический рост всегда, во все времена, у всех этносов, богатство создавалось именно свободой, то есть стабильными, недешевеющими деньгами. Они могут даже дорожать. Ну, например, золото, сейчас вот биткоин. Сильно люди от биткоина обеднели, те, кто купил его когда-то. Или недавно, да, а потом дождался роста до 65 и на 50 в панике продал. И молодец, что так сделал. Вот. Это как бы хорошо или плохо? Цены-то, конечно, растут, но цены растут, я имею в виду биткоин, да? Цены тут растут, потому что люди покупают эти хорошие деньги. И эти деньги дорожают. То есть цены как раз, скажем так, в биткоиновой экономике, цены как раз падают на все. Если вы держатель там 100 биткоинов, допустим, или 10, или 1, то для вас цены с ростом цены биткоина на все остальное падают. Потому что деньги дорожают, и цены для вас везде дешевеют. Потому что у вас-то становится, скажем так, больше, вы становитесь состоятельным человеком. И для вас цены... И ладно, если вы даже не держатель биткоина, но если цены падают или стоят на одном месте, это хорошо, это прекрасно. Значит, в таком социуме, в таком обществе люди будут богатеть. Если цены повышаются, ну, вспомните, у нас что было с карбованцем,
потом сделали деноминацию, назвали это гривна, заказали у канадцев эти бумажки, красивые, конечно, бумажки, но все-таки. И гривна улетела с уровня 1 гривна 76 за доллар до нынешнего там 27-28, а будет больше. Сильно, что ж Балашов тогда, что он не утверждает, что украинцы богатые? Вот у нас цены повышаются, это ж признак экономического роста. А что тогда украинцы как-то бедновато как-то? Нет, конечно. Ну и потребление, вот это вот любимое кейнсианское потребление. Вообще-то, вот левые называют это потреблятством. Левые иногда говорят вещи правильные, но все равно выводят все эти вещи, все равно их выводят на неправильную дорожку. На дорожку социализма, на дорожку большего регулирования, большего государства, на дорогу концлагерей, рабства, войн, насилия, бедности, голода и так далее. Смысл-то правильный. Потреблятство – это когда вы, как сумасшедшие, покупаете все. Но левые не понимают, что на самом деле все, что люди покупают, они покупают с двумя целями. Первая цель – это полезно. Это повышает уровень комфорта. Человек очень рад, когда он живет в комфорте. Вот мы купили себе кондиционеры. Вот я сейчас не в пекле каком-то диком, да, нахожусь, а сижу под кондиционером и общаюсь мирно с вами. Комфорт? Комфорт. Я купил ноутбук, потом еще купил ноутбук. Один для работы, второй для интертеймента. Это потреблятство? Да, левак скажет, это потреблятство. А я скажу, нет. Так вот, потребление, которое правильно можно было бы осуждать, хотя с одной точки зрения это все-таки нельзя осуждать. С другой точки зрения это нельзя осуждать. Это когда люди покупают, чтобы убежать от умирающих денег из-за инфляции, из-за гиперинфляции. Люди несут эти бумажки кому угодно, лишь бы не потерять свои накопления. Лишь бы купить что-то, кастрюлю, книги, почтовые марки, какую-то технику, пусть она подешевеет через несколько месяцев или лет, но если ты не избавишься от этих бумажек, они подешевеют быстрее. Вот почему, когда случается какой-то резкий скачок, я не говорю сейчас про гиперинфляцию, да, просто про резкий валютный скачок национальной валюты, любой национальной валюты. Люди тут же бегут и скупают все, просто сметают с полок сахар, соль, рис, гречку, бытовую технику. Закупаются всем, чем только могут закупаться. Часто магазины просто закрываются, потому что не хотят получать эти деньги обесценивающиеся. И то есть вот две причины. Первая – полезность. Человек повышает уровень комфорта. Вторая причина – это бегство от дохлых государственных денег, которые тоже не должны существовать. Спросите Балашова, за какие деньги он? За государственные? То есть за его личные, которые его сделают там, мультипульти-миллионером? Он же сейчас просто типа миллионер, хотя я не знаю, какой он миллионер. Скорее всего, уже никакой. Или он за какие-то частные деньги типа биткоин? Да, он про биткоин, я знаю, он говорил, но я не уверен, что он будет говорить то же самое, если доберется до власти. Вот я в 88 году наблюдал за людьми и думал, ну кто зарабатывает там, тогда в Советском Союзе? Я обратил внимание на группу лиц, которые ездили в машинах «Жигули», на то время это было типа «Мерседес», сейчас «С-класса», ходили в пыжиковых шапках, и это были все работники торговли, и у них всех зарплата была 110 рублей. Или 120. И я подумал, вот они, счастливые люди, вот где есть экономический рост. Надо идти в торговлю. Там я вижу визуально деньги. Это правильный признак. Как я, допустим, в Киеве наблюдаю признак? Вот когда обрушился рынок и был кризис, ни одного салюта по Киеву. Потому что это же траты. Это же кто-то проводит. Машины попрятались. Дальше с акватории Днепра исчезли на несколько лет все катера.
А сейчас я еду по набережной, я вижу этих несметное количество катеров, а это безумные траты какого-то слоя населения, который зарабатывает сумасшедшие деньги. И салюты лупят по всему Киеву. Это значит, кто-то лимонится и тратит деньги на салюты, то есть выстреливает их в небо. Но в очередной раз спешу напомнить, что надо разбираться, какие это деньги. Если это деньги как раз налоговые, это плохие деньги. Обычно, если люди ездят на яхтах, да, значит, должны все, в принципе, как-то расти. Тут я понимаю, да, тут есть, в принципе, некая связь. Но все равно нужно разбираться. То есть я когда-то считал, будучи еще минимальным леваком, то есть минархистом, я считал, что если я вижу дорогую машину, я должен восхищаться сразу тем человеком, который в этой машине едет. Сейчас я понимаю, что нет. Нужно узнать, кто это едет. Что за человек это едет. Обычно бизнесмены не шикуют, чтобы вы знали. Бизнесмены стараются скромно вести свой образ жизни. Ну как, конечно, они могут себе позволить и позволяют часто. Но когда вы видите их траты, их нельзя назвать роскошью. Вот Трамп любил роскоши. Он написал о роскоши целую книгу. Он посвятил... Ну, то есть, правильно, абсолютно он действовал. Но он, на самом деле, очень мелкий бизнесмен в границах США. Очень мелкий. И даже в границах Северной Америки. Вот. Поэтому, в принципе, он пытался пиариться, чтобы просто хоть иметь хоть какие-то дополнительные заработки на стороне. И это, конечно, ему приносило огромные доходы. Но у него там всего там 1 или 3 миллиарда примерно. От 1 до 3, я думаю. По этой причине, ну, что такое... Вот я вижу яхту или я вижу Мерседес, и все, я должен считать, что отлично, экономический рост. Да может нет, может это мимо какой-то СБУшник поехал. Как раз бизнесмены, они стараются быть скромными в своих тратах, потому что часто так бывает, что ты в бизнес вкладываешь, вообще вбухиваешь все, залазишь в кредит, ёшкин кот, живешь в долгах. И только потом, когда-то со временем у тебя чуть-чуть постепенно что-то так бац-бац-бац, пару лет, 5 лет, и ты вышел в ноль. Наконец-то это случилось, счастье. Потом у тебя и миллион, и 10, и 100, и уже ты миллиардер, там, гривневый или долларовый, но ты уже миллиардер. Да, вот так оно работает. А те, кто ездит на катаются на яхтах и ездят на дорогих автомобилях, к ним нужно относиться осторожно. Я понимаю, что Дмитрий Гордон, если я не ошибаюсь, его имя так, может себе позволить Майбах и еще ряд автомобилей. Да, он заработал огромное состояние на квартирах, но квартира – это дело такое, шаткое. И у него, как я понял, только один бизнес, и какую-то копеечку он получает со своего YouTube-канала. Но лично я бы, конечно, так не действовал. Как писал знаменитый, прекрасный Сергей Бардов, он не бизнес-тренер, он просто рассказывал бизнес-истории, и человек, который читает его книжку, он понимает, что да, нужно идти в бизнес, это классно. Он писал, что вам не нужен второй, третий, пятый Rolex, если вы не заработали кучу денег. Вложитесь в начало. В начале в свое дело вложите все. Пусть дело даст вам хорошую прибыль. И когда-нибудь потом, через многие годы или месяцы, вы сможете позволить себе что-то. Вот это абсолютно верная философия. А то, что люди ездят по Киеву или где еще-либо в пределах Украины на дорогих машинах и катаются на яхтах, это пока ни о чем не говорит. Нужно проводить следствие. Ну, расследование. Ну, частное, короче, расследование. Поэтому все признаки экономического роста есть. Ну и, конечно же, эксперты говорят, что к концу года недвижимость подорожает на 40%. Думайте об этом. А в следующем году, возможно, она удвоится. И это тоже признак экономического роста. И экономике становится больше денег, а тут, пожалуйста, посмотрите в золотовалютные резервы. Они уже 28 миллиардов долларов в Украине. Знаете, друзья, как-то
Генри Хезлит написал прекрасную книгу, которую я рекомендую прочесть всем. Он написал книгу «Государство за один урок». «Либертарианство за один урок». И понимаете, в чем дядька был прекрасен? Он прожил 100 лет и написал одну книжку. Или несколько. Вот я прочел только одну у него. Каюсь. Вы меня пристыдили. Там есть такая интересная глава про то, что когда деньги идут, напечатанные Центробанком, деньги идут куда-либо, неважно куда, обычно на фондовый рынок или в недвижимость, там вдруг начинается какой-то звездец. То есть, когда вы видите постоянно растущую цену какой-то акции и вообще всех акций, вот они растут. И недвижимость все растет. Значит, люди побежали менять свои государственные бумажки на некое благо, на некую акцию или на недвижимость. И это на самом деле плохо, а не хорошо. Я поясню почему. Потому что это не заработанные, это неестественные деньги. Я их называю воровские деньги, потому что фальшивомонетчество – это фактически воровство. Частное, государственное, но все-таки. Хотя, если это в частном секторе, то люди должны как бы защищать свои деньги, и тогда никто их деньги подделывать не будет. Как, например, сделано с биткоином, и хрен ты... Ой, «Экономика за один урок», да, извиняюсь. «Экономика за один урок», книга Генри Хезлита. Обязательно прочтите. Меня в комментариях поправили. Так вот, это очень плохо, когда необеспеченные, дутые воровские деньги идут куда-то. В недвижимость, пенсионерам, которые пойдут потом на рыночек и купят себе покушать или лекарства. В недвижимость. Вот тогда начинаются так называемые кризисы. Вспомните 87-й год. 56-й, 73-й, 98-й, 97-й, 98-й, 2008-й. Это все дутые деньги, которые зашли куда-то. И Хезлит как раз описал такую ситуацию. Он очень мудро подметил. Поэтому, когда деньги идут в какую-то область, в недвижимость, не знаю, пенсионерам, строительство дорог. Ну, слушайте, друзья, читайте австрийцев. Это плохо, когда ничем не обеспеченные деньги, да, просто фантики, они разрушают экономику, потому что они... Деньги – это же товар. Вот на всю жизнь запомните. Деньги – это товар. Чем его больше, тем он дешевле. Чем денег больше, тем они дешевле. Тем меньше вы можете купить, чем могли вчера. А кто-то полетел, не знаю, на Мальдивы, пофоткался там, или построил себе замок в Австрии, или в Швейцарии, или в Ростове, или вот в Межигорье. Нельзя говорить так, что вот много денег – это хорошо. Балашов уже сколько лет повторяет эту мантру. Это абсолютное невежество. Ни один либертарианец не будет такую чушь нести. Так что, когда бежал Янукович, по-моему, там уже 5 или меньше оставалось. Там все признаки есть. А то, что грабят, да, ну как? Понимаете, меньше, чем при Порошенко и Януковиче, но, тем не менее, более жестко будет. Потому что приходят европейские законы, финмониторинги, и это уже будет называться не ограбление, а плати с теневого рынка выползать. Поэтому вам надо 5-10. Да, да, все очень просто. Это другие налоги. Ну, вам нужны хорошие, мои налоги. Эти плохие, там, финмониторинг очень жестко. А при Балашове что, не будет жестко? Он же как-то писал в своем фейсбучке, что «Да суки, всем кассовые аппараты поставить, при 5-10 будете платить все как миленькие». Ну так это то же самое. Или ты считаешь, что типа у тебя будет меньше, чем в Европе? Ну нет, не будет, конечно. Где-то есть что-то меньше, где-то больше, конечно, но я сомневаюсь, что Балашов, как советский человек, которому нельзя доверять, как многим советским людям, он не пойдет там делать эту систему 5-10, он
увидит, какие это большие деньжища и возможности. Ёшкин кот, это власть. Теперь никто не пикнет. Он же очень обидчивый, слушайте. Это реально будущий диктатор. Он сегодня может говорить, как Путин, за либерализм. Вот помните ролик Путина знаменитый, что мы открытый рынок, это важно. Нельзя закрываться, мы уже были в Советском Союзе. Наш путь – это типа демократия и рыночек. Что произошло через буквально двадцатку? Да какая двадцатка? Что произошло буквально через год? Поэтому нет. Не-не-не-не-не-не, никаких. Людям нельзя идти во власть. Нельзя там находиться. Да, не стоит связываться с властью. Людям стоит понять, что власть – это преступно. Что вы совершаете преступление и... Ну, черт, как бы это объяснить чиновнику? Никак, он не поймет. Чиновник живет своими интересами. Когда, я как-то фразу такую сказал, когда человек переступает порог чиновничьего кабинета и садится в чиновничье кресло, он тут же меняет свои приоритеты. Если раньше он говорил «свобода», там, не знаю, либерализм или даже либертарианство теперь уже. Сделаю там анкап уже. Почую кожу уже сегодня. А потом начинается национализация, рейдерские захваты. Ну, в принципе, господи, о чем это одно и то же. Потом начинается, у меня тоже есть право жить в Межигорье, в Большом дворце. Потом начинается гиперинфляция. Потом начинается дикая пропаганда. Ну, это может меняться местами, но в целом путь туда. Так что нет, не надо туда лезть, в эту власть. Не надо. Охотятся за деньгами. В первом комментарии правильно женщина написала. Я все время себя подрываю тем, что я охотник за деньгами. И это совсем не то, что вас учит червяк там ебаш 24/7. Нет. Это предпринимай все время поиск денег, поиск денежных мешков. Вот знаете, вот это должно реально, вот эти слова должны реально испугать всех избирателей, независимо от того, какие у вас взгляды. Потому что человек фанатик денег. То есть вот эта фраза леваков, что капиталюга готов на все ради денег, она, конечно, неправильная. Никто не готов ради денег там совершать какие-то ужасные, я имею в виду предпринимателей, да, какие-то ужасные вещи. Чиновник ради денег, да, эта сволочь пойдет на все. Ну, госслужащий или политик, который стремится во власть. Вот вам типичный, ярчайший пример такого человека. То есть это должно насторожить, это должно даже напугать. Потому что человек говорит прямым текстом: люди, меня нихера не интересует ваша свобода. Потому что либертарианство – это о свободе, да, о добровольных сделках, свободном добровольном сотрудничестве друг с другом, об обмене, о владении свободно собственностью. Да? Ведь это же собственность, это о собственности. Ведь основа либертарианства – собственность, мирно созданная, честно и мирно обмененная, там, защищенная, сохраненная и используемая. Все. А тут человек говорит: я доберусь до власти, чтобы сделать вас... Да он может трындеть что угодно. Но если он доберется до власти с таким пониманием, у него нет понимания, что такое либертарианство, но у него есть понимание, что бабло главное, деньги главное. Ну так он напечатает и сделает вас еще беднее. Он напечатает столько, что и он будет побеждать выборы от выборов к выборам. Потому что он цепкий, хваткий. Ну и готовы вы жить при такой диктатурке? Путин говорил, что да, рыночная экономика – это хорошо. Лукашенко, скорее всего, что-то такое говорил, но я не слушал его речей. Так говорил Ельцин, который... Я только немножко не понял, тяжелым трудом физическим имелось в виду или просто тяжелый труд, потому что он тяжелый? Вот
сидеть на кассе АТБ, это тяжелый труд или не тяжелый? Мне кажется, это не тяжелый труд, как ни с психологической точки зрения, так и не с физической. Но я могу ошибаться, я никогда не работал в АТБ на кассе. Надо пойти попробовать и понять. Не, я не буду идти. А вот, например, работать на бирже, это тяжелый труд или нет? С одной стороны, нет, потому что это никакой физической активности от тебя не требует. С другой стороны, это очень тяжело эмоционально работать на бирже, потому что ты мог много месяцев зарабатывать, а потом в один день, бац, ты не заметил, что цена поменялась. И, кстати, я не вижу цены. А что такое? Цена поменялась, вот как сейчас, я не вижу ни цену, ни одного актива, ни другого. Странно. Что-то подключалось, все. И я как-то просадил существенную сумму. А если бы я это увидел, я бы не просадил. И это тяжело эмоционально, но не физически. Но это может принести огромные деньги. Тяжелый физический труд может принести вам повышение по службе, и вы полетели по карьерной лестнице, если есть такая возможность. Так что нет, любой труд, который приносит заработок, да, то есть который дает людям некий результат, и когда вы растете, это ж вы не пролетарий глупого Маркса, да? Это Маркс считал любой пролетариат одинаковым, и что он не может избавиться от чего-то там, и он, у него нет карьерного роста. Я понимаю, может, Маркс не исследовал этот вопрос, не задавался целью исследовать данную тематику, не ходил по заводу, не спрашивал людей о чем-то на выходе из завода, да? И он просто решил, что, ой, такой тяжелый физический труд, они никогда ничего не заработают. А потом люди начали ездить массово на каком-то автомобиле Ford. Были простыми работягами, физический труд, или там тяжелый физический труд, или тяжелый эмоциональный труд. Но люди как-то вылазили. Вылазили, покупали себе дома, автомобили, образование детям, досуг, развлечения, отдых где-то там в Майами, да? То есть что значит труд? Это правильно говорит Черняк? И опять он его назвал червяком. Господи, ну насколько он глупый человек, насколько примитивный человек. Я, наверное, должен был быть главным союзником Поперечнюка или Черняка, нежели этот глупый Балашов. Очевидно. Черняк. Черняк правильно говорит, но может не 24 часа, вы не можете работать 24 часа. Есть некоторые ограничения. Физические ограничения, умственные ограничения, экономические ограничения могут быть. Но работать надо. Искать свой путь, где... Что вам ближе, что вы больше понимаете, что вы можете дать людям, что новое придумать, чтобы людям помочь в чем-то, решить их какую-то проблему, сделать их жизнь как-то лучше и легче. Вот в этом нужно направлении двигаться, а это физический труд. Да, иногда ты не прикладываешь особого труда, но получаешь большие деньги. Но они и теряются легко. Вот я как-то заработал большие деньги, потом их легко потерял. Потому что заработать одно, а сохранить другое – это тоже работа. А я про это ничего… Все же предприниматели, они же бегут зарабатывать. Все пишут книги о том, как заработать 100-500 денег. Но очень мало людей пишут, как деньги сохранить после того, как вы их заработали. Очень мало людей. В основном вы открываете книгу, а там куча всяких лозунгов. Там «Работай или умри». Там, значит, богатый папа, бедный папа тоже там лозунгами сыпал. Ну, я не утверждаю, что нет хороших книг по бизнесу. Но вот книги с менторским тоном и лозунгами – это плохая книга, это не бизнес-книга. Это книга какого-то глупого человека, который рассчитывает на короткие деньги, да, на то, чтобы быстро заработать. Ну, а дальше что? Так что нет. А вот какие-то отдельные советы, как тот же Бардов, да. Но он говорил, что вам нужно трудиться, очень много трудиться. И тогда
будет все ок. Поиск денежных людей, поиск денежных потоков, перемещайся в эти дела. Вот это очень важно. А тяжелым трудом, я вам должен сказать, вы денег не заработаете. Если бы я остался бетонщиком, я бы, наверное, уже умер. Ну, слушайте, если бы я остался бетонщиком, то я бы уже умер. То есть он утверждает, что человек на кассе в Макдональдсе или на кассе в пузатой хате, это плохая работа, это плохая профессия, это глупые люди. И нужно что, не устраиваться на такие работы? Он что, не понимает, что кассир не будет вечно кассиром на кассе? Кассир кассиром на кассе. Да. Нет, есть так называемый карьерный рост. Да, надо лезть вверх, но чтобы лезть вверх, нужно быть полезным. То есть труд вначале может быть тяжелым, но если вы помогаете предприятию развиваться, расти, то есть богатеть, то вы не будете стоять на кассе. То есть это не особо на самом деле тяжелый труд, но этот труд дает вам дорогу куда-то наверх. Очевидно, если компания с адекватным руководством, что обычно и бывает. Конечно, вы залезете куда-то наверх, и все, будете жить в шикарном доме на Майбахе. Вот. И, кстати, странно, что многие к этому не стремятся. Я вот хожу в пузатую хату, иногда вижу там очень приятную, миловидную женщину. Она не молода, но она, у нее приятная внешность. Почему она не хочет идти на менеджера? Я ей говорю, да идите уже на менеджера, там хорошие деньги. Нет, там больше ответственности, больше работы. Ответственности возможно, согласен. Но работы, я думаю, там чуть полегче, чем сидеть или стоять у плиты или на кассе. Но не хочет. Ну, жалко, жалко. Ну, это дело, конечно, это личное дело, чушь. А так нет, Балашов не прав. Любая работа – это просто начало пути. Чтобы забраться на крышу по лестнице, нужно ступить на первую ступеньку. Да? И она может быть шаткой, и лестница может быть не очень такой хорошей, может быть поломанной или старой. Это опасно, может быть, да. Но почему нет? Смог бы я так? Да, я уверен, смог. Я вот вчера на картинге был. И у меня сразу появились идеи. Я, может, свяжусь с этими ребятами, которые владеют этим бизнесом. Я бы предложил некоторые свои идеи, потому что я вот вчера покатался, а удовольствие я получил только в тот момент, когда я катался. Когда я слез с картинга, удовольствие ушло вместе с картом. И чтобы сохранить это, нужно что-то сделать. А так как я все равно искал деньги, некоторые скажут, он искал легких путей. Да, конечно, деньги должны зарабатываться легко, потому что это всегда новый рынок, это всегда новая технология. И стоит ее освоить, окажется, что деньги всегда рядом. Еще один маленький секрет. Деньги иногда приходят так неожиданно и так много, что ты всегда задаешь вопрос, а как они? Я же все время рядом был. А где они прятались до этого? И это так происходит. С нами, постоянно теми, кто ищет деньги. Или, как я их называю, мальчики и девочки, охотники за деньгами. Вот будьте охотником за деньгами, и вы из 50-500 рублей сделаете достаточно легко. Александр Войнович, чи плануете співпрацю с Либертарианской партией России, чи є іншими міжнародними либертаріанськими партіями, якщо так, то яку, якщо ні, то чому? Мы налаживали связи с американской либертарианской партией, даже наш партнер в США и мой партнер по бизнесу Олег Притула, вот буквально на прошлой неделе, я вам расскажу, он посетил офис либертарианской партии. Знаете, вот сейчас дальше вы увидите то, как Балашов, наверное, уничтожает своих последних союзников. Сейчас будет дальше. А то, что они там посетили офис Великой Либертарианской партии США, это, конечно, опупеть как круто. Но надо было Porkfest посетить. Есть такой в Штатах Porkfest. И на него съезжаются, ну, конечно, анархисты туда съезжаются. Не минархисты, анархисты. Анкапы. И вот там было весело.
Там было интересно, там было денежно. В том плане там был биткоин и Monero. И эфир, наверное. Там была тусня, там был драйв, там был алкоголь, наркотики. Ну, я имею в виду легкие, тяжелые вряд ли. Там было оружие, люди ходили с оружием. Они приезжали, там можно было встретить фермеров, там можно было увидеть даже трактор или комбайн. Не уверен, что я прав, но все-таки. Это Нью-Гэмпшир. Маленький-маленький штат, недалеко от Пенсильвании и штата Нью-Йорк. Маленький, очень маленький. Но там был драйв. А что такое «я посетил офис Либертарианской партии США»? Что тут интересного? Что тут веселого? Что тут полезного? Что оно тебе дало? Ну, посетил ты офис, ну и дальше что? А секс там был? Я думаю, секс там был. Секса там было, я думаю, достаточно. Чем хороши мы, либертарианцы, тем, что мы относимся к естественному нормально. Ко всему естественному. Ну, мы не будем записывать ролик с критикой порнушки, как этот дурак Елисев сделал. Так что нет. Елисев совсем поехал на абортах. О, да. Так вот, друзья, не стоит соваться в эти партии, не стоит ехать к ним в офис и так далее. Стоит побывать в Нью-Гэмпшире в июле месяце. Купите билет в Штаты, купите билет на это мероприятие, Porkfest, и вы получите колоссальное удовольствие от английского, от людей, которые вокруг вас, а там будут только анкапы. Ну и какие-нибудь переходные минархисты, которые переходят от минархизма к анкапству. Там будет весело, там будет очень интересно, потому что там будут лекции, там будут известные люди, известные актеры-либертарианцы, юмористы, ну, стендаперы американские, несколько экономистов, там будут все наши. Вот я как-то хочу, если я разбогатею, я, наверное, возьму в охапку Балашова, его жену и ее малышку, мою девушку, и мы все махнем в Нью-Гэмпшир. Насладимся природой потрясающей Нью-Гэмпшира, поболтаем, насколько я смогу по-английски, может, чего-нибудь выпью, а может, и не выпью. И, конечно, я оторвусь. Я всем рекомендую не шастать по офисам либертарианских партий всяких стран. Шастайте по анкапским мероприятиям. Оно гораздо интереснее, веселее, драйвовее. Хотя она там набирает все время, она третья партия. В Америке 3% набирает. Но нам было интересно, как они живут в Вашингтоне, а как раз есть возможность их посетить. Что касается либертарианской партии в России, я так понимаю, Светова, имею в виду и других, такой партии нет. Просто она не существует, партии либертарианской в России. И то, что они называют, это общественная организация, которую они в кавычках назвали «либертарианская партия». Поэтому никакого отношения к либертарианским движениям они особо не имеют, но они такие проповедники какого-то диванного чистого либертарианства. Давайте-ка, друзья, будем жить дружно, и не будем друг другу мешать, и мир такой вот весь розовый, и я вижу его весь либертарианский, без контроля за частной собственностью, без полиции и так далее. Я же либертарианец-реалист, и я понимаю, что либертарианство – это будущее, и либертарианство придет нам на новом технологическом уровне. Ну вот, видите, Балашов уничтожил своих последних союзников, потому что как-то, я напомню, кто не знает, Светов, вот россиянин этот, москвич, паренек, приехал в Киев, познакомился с Балашовым, они друг друга обкончали, от счастья и удовольствия, что они друг друга увидели. Потом он уехал, и, в принципе, в целом Светов проводит лекции, он стал политиком, довольно серьезным политиком, кстати. Ну, то есть, он не Балашов, и его в России знают очень-очень-очень много народу, очень много. Он уже на уровне, ну, знаете, такого себе Жириновского, но чуть помельче. Это и плюс, и минус. Плюс в том, что он хоть говорит про хоть какое-то либертарианство, хотя он тоже минархист. Минус, а я сейчас поясню, дядя Сэм, сейчас. Минус в том, что он политик. Все, его не интересует уже философия либертарианства, у него уже есть определенные цели добраться до власти. Поэтому он уже изменился. Но Светов делает гораздо больше, чем Балашов. Одно приглашение профессора Хоппы в Россию с переводом
на понятный язык, да, хотя не все же понимаешь, это прекрасно. Слушать профессора Хоппе одно удовольствие было. Интервью Светова интересные иногда бывали. То есть Светов делает, в отличие от, не только политической деятельностью занимается, да, Светов еще делает очень много полезного. Сам по себе, как человек. У него есть на это ресурсы, потому что, ну, конечно, шарик кремлевский, да. У него есть на это ресурсы, потому что он когда-то вложил удачно в биткоин. Вот я начал туда-сюда шастать, а этот человек не трогал свои деньги, и у него все теперь хорошо. Я ему желаю, конечно, успеха, но я бы, конечно... То есть влияние на умы людей гораздо больше, если ты вне политики. Если ты такой себе нейтральный какой-нибудь блогер Соколовский или блогер, как его, гендерфлюидный вертосексуал или какой-нибудь Никонов, который пишет тонну игр. Вот что работает. Политика, вот эта болтовня, дайте мне денег, дайте мне денег. Это не работает. Это что касается Светова. Постоянно путаю Светова с Советовым, нашим либертарианцем. А, понимаете, что еще, в чем еще проблема тут у Балашова? Он же сейчас наехал на либертарианскую партию России. Они меня тоже считают врагом, но я не искал никогда их поддержки, и я никогда не видел в них союзников и так далее. И я со многим действительно посрался. Но эти ребята создали огромное количество полезных вещей. Они записали Четвернина и его прекрасные доклады и лекции. Они заморачивались и создавали свою сходку чтения Адама Смита. Да, иногда там и практически всегда там одни либералы или даже социалисты бывали, как вот тот же толстый Вассерман. Но эти ребята, да, у них нет политической партии, но они всегда занимались чем-то полезным. Сейчас многие из выходцы из этой партии создают бизнесы, создают мемы, которые высмеивают левых. Один из них создал блог, он стал видеоблогером на Ютубе. Да что один? Светов там еще есть, этот, как его, экономист такой усато-бородатый. Ну, напомните мне его. Все эти ребята, они приглашали Романчука на свои сходки. И Романчук приглашал их к себе. Они приглашали Илларионова, то есть... Я, конечно, часто конфликтовал со всеми этими людьми. И с Илларионовым я срался, и с этим Романчуком. Но я всегда, например, находил общий язык с этими людьми. Я понимал, что да, они, может, не анкапы, но они делают очень много... Они влияют на людей. Фактически, либертарианская партия, которая возникла в 2009 году, она создала того Шерстнева, которого вы знаете все. Она для меня открыла путь Павла Усанова к его лекциям, да, путь к знаниям, которые меня вывели, в свою очередь, к биткоину. И я как-то сначала полез вверх, потом упал, потом снова полез вверх, потом снова упал. Но мне это уже понятно, знакомо и близко. То есть эти ребята фактически дали мне шикарный заработок, шикарную жизнь, понимание жизненных принципов. И теперь Балашов говорит, да, какие-то диванные там эти либертарианцы. Посмотрите на этих либертарианцев, что это такое вообще? Ну как так можно относиться к людям? Ну если ты... Я уже буду повторяться, что надо меняться. Не буду я, в общем, повторять это. И, наверное, дальше я или буду, или не буду. Дальше я комментировать уже много слишком времени. Но я надеюсь, что... Те люди, кто смотрит этот ролик, они на моей стороне, и они не пожалели своего времени, потраченное на вот мою болтовню комментариев Балашова. Ну вот никуда не денется жадность человеческая, никуда не денется... Оставшиеся плохие люди, мошенники, бандиты, преступники, социопаты,
И вот здесь нам понадобится минимальное государство. Ну, вот вновь Балашов показал, что он не либертарианец, он, ну, слабенький такой либерал, такой довольно левый либерал, можно сказать. Вот будут маньяки, вот будут убийцы, бла-бла-бла, грабители, воры. И вот поэтому нам где-то нужно минимальное государство. Еще раз спешу напомнить слова прекрасного профессора Хоппе. Гопник-охранник – это оксюморон. Поясняю. Защищать вас, человек, который вас еще и грабит, к тому же, не может. Это противоречие фундаментальное. Вы не можете, не знаю, хранить деньги в банке и тут же раздать их в кредиты. Либо деньги в банке, либо в кредитах. Все, нельзя сказать, что ну, я положил деньги в банк, они на депозите там лежат. То же самое нельзя сказать, что гопник может вас защищать. Он гопник. Он не охрана, он гопник. Следовательно, Балашов не понимает эту очевидную и довольно простую мысль. Не может мент, который у вас отнял iPhone, при этом сказав, что он пойдет на добрые дела, этот iPhone. Я его сейчас продам там на черном рыночке, я выручу за этот айфончик хорошенькие деньги, и часть верну тебе, ну а часть, правда, пойдет на дороги, которыми ты тоже пользуешься, пенсионерам, на медицинку твою, на образование твоим детям. Нет, человек купил себе iPhone, и он хочет этот iPhone держать в своем карманчике. И если у вас этот iPhone отняли, а потом обещают вам, о, я построю за эти деньги на вырученные за iPhone дороги, больницы, клиники, и вот будет для себя все бесплатно. Нет, не будет бесплатно, тебя уже ограбили. Так что Балашов не либертарианец, он не понимает элементарных принципов либертарианства. Не знаю, когда компьютеры поставят под контроль всех через генетический код и так далее. На самом деле ген агрессии падает у человечества. Сейчас он там на уровне меньше процента находится. Но, тем не менее, эти преступники есть. И поэтому я считаю, что вот эти проповедники либертарианства типа Светова наносят ущерб потому что либертарианскому движению, которое реально может победить. Потому что они начинают делить людей на либертарианцев и нелибертарианцев. Да? Да. Так вот, делить людей плохо. Да, очень плохо. Но когда я это делаю правильно и хорошо, если я это делаю вообще. Либертарианцы, которые говорят, что вот эти либертарианцы, а вот эти, которые называют себя либертарианцами, не либертарианцы, они делают правильно. Они показывают, где цветок, а где какашка. Где человек растет, благоухает и вокруг себя все облагораживает, да, улучшает. А где вот такая помойка, как господа из вот всяких политических партий, которые говорят, ну мы тоже эти самые, которые вот эти, как это вот это длинное слово, либер, что там это санство. Да, конечно. Правильно так делать. Нужно указывать на людей, которые не являются либертарианцами. Это важно. Ну и еще, что он там сказал? А, да. Светов вредит либертарианству. О, боже. Я либертарианство. Я так пострадала от этого Светова, от этого Шерстнева. Что-то надо... Балашов, спаси. Не может что-то... Нельзя... Как это звучит? Нет преступления против закона. Точно так же нет никакого ущерба некому термину. Он неодушевлен, он не может думать, действовать. Что значит либертарианство пострадало от Светова, от Шерстнева? Мне кажется, если уж согласиться с этой идиотской логикой, либертарианство страдает больше от Балашова. Они видят Балашова, люди. Они так задумываются, так, бровками так. Что происходит? Кто это такой? Что он хочет? О чем кричит? А что? Ты меня как назвал? То есть, они видят Балашова, они понимают, что это клоун,
хам. Ну, в общем, человек советский. Есть люди советские хорошие, которые перестали быть совками, а стали такими, ну, скажем так, мирными людьми, да? А есть такие, как Балашов. Совки. Либертарианский, советский либертарианец. Вот был такой парень, консерватор, он высмеивал россиянских либертарианцев за то, что там они, значит, начали что-то защитниками животных, прав животных становиться, экологизм левацкий в либертарианскую партию потянули. Да, был такой факт. И он придумал очень удачный термин «советские либертарианцы». И я даже у него был советским либертарианцем за то, что поддерживаю аборт. Я не поддерживаю аборт на самом деле, но и не выступаю за его запрет. Я, скажем так, аборт не должен быть под управлением государства. Все. Аборт – это дело очень интимное, личное, частное. Никакого государства в эту тему. Ни в коем случае. Хотите аборт? Это частное ваше дело. Не хотите? Вы можете запретить аборты в своей частной клинике. Или на своей территории. Да? Если она у вас есть. Там какое-нибудь огромное имение, ранчо, и на нем нельзя. Да, это будет понятно и естественно. Я за частные запреты, за частные ограничения, за частную цензуру. Это нормальные вещи. Но не за государственные ограничения, цензуру и запреты. Ни в коем случае. Но Балашов у нас, вот видите, теперь наехал и на Светова, назвав их книжными анкапами. Это он после меня так придумал. Но, о, мальчик начитался всяких глупеньких книжек. Боже, он там, кстати, скажет, знаете, что он скажет? Он там, как он классно назовет. Так, все, едем дальше. Вы почему-то возомнили из себя, что они оценивают. Вы читали Ротбарта? Вы читали Мезоса? Ах, нет, так вы не либертарианец. Или вы с ними не согласны, и они, как книжные либертарианцы, они не видят живой ткани. Дайте кто-нибудь Балашову кусок мяса, кусок плоти. Ну, все либертарианцы, конечно, на вертеле левых вертят, конечно. Да еще, ну, что значит... Нельзя делить людей. Люди видят, что ты говоришь. Люди видят твои действия. Ну, например, когда ты бросаешь частную собственность, которая называется микрофон, об сцену, и он может повредиться. Это все-таки частная собственность. Ты либертарианец или не либертарианец? То есть я согласен, есть часть либертарианцев, которая говорит, частную собственность нужно защищать, а уважение частной собственности – это аргумент слабый. Но некоторые либертарианцы, как я, например, они говорят, и так надо. И уважение стоит иметь к частной собственности. И, конечно, должна быть защита. Разумеется. Ой, вы меня не видите, я извиняюсь. О. Но делить надо. Надо, как я как-то уже говорил, разбираться в сортах говна, чтобы понять, что есть что, и не наткнуться на говно и не обожаться им. Надо разбираться. Поэтому придется, господин Балашов, разбираться в том, что вы говорите. И придется вас критиковать, чтобы адекватные люди понимали, вы не либертарианец, вы не австриец. Значит, хорошо, ищем дальше, потому что либертарианство нам нравится. Нам не нравитесь вы. Да. И что он там еще-то говорил? А, ну и что за Мизес? Это как? Мизес, Мизюс. Слушайте, это величайший человек. Гораздо сильнее и круче в интеллекте, чем какой-то глупый Маркс. Если бы вы ознакомились с его книгами, вы бы, я думаю, прокачали себя очень сильно. Потому что богатство – это не только деньги, но еще тут. Мизес дал миру огромное интеллектуальное богатство. И у него появились ученики, как тот же Ротбард, которые дали еще больше миру, показав, что на самом деле государство – это никакой не охранник или защитник. Это паразит. Поэтому стоило бы проявить уважение и ознакомиться с работами этих людей. Они умнейшие люди. А так просто отмахиваться, книжки читают вообще. Это я реалист. Реалист в 21-м году так еще ничего и не добился.
А вот эти ребятки, которые нереалисты, они создают какие-то дикие вещи. Всякие биткоины, всякие... всякие 3D-принтеры, которые печатают оружие или элементы оружия, что позволяют обойти закон об оружии. Они продают траву людям, которые мучаются от химиотерапии. Они делают эвтаназию в Швейцарии. Нет. Эти люди прекрасные. Они делают гораздо больше, чем вы. Жизнь. Потому что либертарианская партия в России, если бы она была, она, безусловно, будет отличаться от либертарианской партии в Украине. У нас разные условия существования. У нас разные правители. У нас, в конце концов, президент со смартфоном, а у них без смартфона. И это разные вещи. У нас нет газа, а у них есть газ. И так далее. Или либертарианская партия в Европе абсолютно будет отличаться от либертарианской партии в Украине. Поэтому наша украинская либертарианская партия 5-10, она вот такая. И мы реалисты, и пытаемся внедрить либертарианские идеи еще не в совершенное общество, еще надеясь на то, что либертарианские идеи как раз и будут менять это общество. Но если они абсолютно непонятны большинству людей, то вы никогда не внедрите либертарианские. У вас не появятся либертарианцы. Поэтому мы ищем пояс либертарианцев и даем им информацию так, как они способны сейчас воспринять. Не опираясь на прошлые книги. Потому что это живая ткань становления общества. То есть дядька не хочет учиться. Поэтому дядька то банкротится, то чуть-чуть снова зарабатывает. То банкротится, то чуть-чуть снова зарабатывает. И поэтому он до сих пор в свои-то года, уже 30 лет занимаясь бизнесом, он довольно бедный, богатый. Я как-то ввел такие термины. Бедный и богатый. По аналогии с Формулой-1, где есть богатые и чемпионы, а есть не такие богатые, но у них все равно денег очень много. Но они едут там в хвосте. Но собственники этих слабых команд тоже богатые. В жизни они очень богатые, состоятельные люди. Но выделяют какую-то небольшую денежку на свое хобби, на свое развлечение. Мол, пусть будет у меня последнее место, но зато мы в Формуле-1. Такие себе богатые и бедные, да? Вот Балашов богатый и бедный. А если ты не читаешь прошлое, да, особенно полезное прошлое, то, конечно, будущего у тебя может не быть, да. Но прошлое нельзя знать, как вот Великую Отечественную войну по советским учебникам или государственным учебникам. Нет, это пропаганда. Нужно исследовать. Тогда вы поймете, что было так, что было не так. Как писал Мизес, если ты историк, тебе придется познакомиться с экономикой. Потому что историк, не понимающий экономических принципов или понимающих неправильно, он не историк, он не исследователь. Он просто пропагандист, он просто очередной журналюга, который просто говорит, что сделали правители. Но причины и следствия будут названы неверно. Поэтому трактование будет неверным. Поэтому последствия подобной политики тоже будут плачевными. То есть люди будут ошибаться, люди будут думать, ну вот социализм не удался, а надо попробовать еще раз. Потому что мне все это изучать, чем мне все это знать, к чему приводит социализм. Давайте просто попробуем еще разок. Вот у Балашова то же самое. Я не хочу читать австрийцев, я не хочу знакомиться с иным мнением. Давайте просто двигаться напролом. А если у этого движения окажется конец пути, обрыв, то все полетят вниз, в том числе и Балашов. Александр Дей. Геннадий Викторович. Как экономический рост может бурно начинаться сейчас, если, по вашим предсказаниям, он начался в 2016 году, а закончится в 2020? Так ничего же не изменилось. Смотрите, экономический рост, вот эти вот падения происходят. Если он был, падение было в 2008, то есть добавляйте 7 лет, ну, в 2009 фактически, в Украине все обрушилось, цены на нуле, цены на недвижимость, все остановилось.
И кризис продлился до какого? До 2016 года. С 2016 года начался отсчет другой Украины. То есть люди начали выходить потихоньку. Это не происходит за один день, за два дня. Здесь нет точных дат, здесь ничего нет. Здесь есть общая тенденция, 7-летние циклы. Через 7 лет будет 23-й год. И бурный рост, то есть он же постепенно разгоняется, разгоняется. И бурный рост начинается как раз в конце. И это как раз 22-23 год. Хотя уже сейчас, в 21 году, рост на недвижимость очевиден. Рост на товары очевиден. Ну, я не буду утверждать, был ли экономический кризис в 16-м, потому что это не очевидно. Есть очевидные даты, потому что тогда произошло что-то серьезное, очень большое. 8-й, 97-й, 8-й. 87-й и так далее, там, выше 73-й. Помните, в Штатах топливный, да и в Чили тоже ужас произошел из-за социалистов. Да, я сейчас отвечу на ваш комментарий, Тарас. Вот, так что, да, конечно, так просто даты не высвечиваются. Но на что я хотел бы обратить внимание? Насчет того, что деньги пошли в недвижимость и цены начали повышаться на товары, ну, первое, это, я думаю, нормально и неплохо, может даже хорошо, но непонятно, какие деньги туда идут, как долго они будут идти. А вот второе, опять же, да, повышение цен на товары, это плохо. Но что я хотел добавить по поводу повышения цен на недвижимость? Проблема в том, что рынок недвижимости, он, как всегда, искажается из-за государства. По этой причине, как я уже говорил на примере книги «Экономика за один урок», да, если я не ошибаюсь, да, плохо, когда воровские государственные деньги, напечатанные Центральным банком, идут куда-то. Но если это не так, если это естественный рост, а вы знаете, в Киеве, ну, я слежу за рынком недвижимости Киева, я не знаю, как в остальной части Украины, хотя там, может быть, на сайте домик.ua отражаются все цены украинские, средняя цена. Так вот, да, действительно, где-то в прошлом году, если я не ошибаюсь, цена на недвижимость развернулась, но из-за вот этих из-за локдаунов, да, драконовских, цена не сильно вылезла. И, конечно, сейчас будут заливать экономику деньгами. Вы увидите гривну по 35, по 40, скорее всего. И деньги улетят в недвижимость. Вот тогда действительно пойдет рост. Но если рост естественный, что, кстати, к сожалению, бывает редко, то да, очевидно, что деньги должны пойти в недвижимость. Да? То, что цены на товары повышать, это плохо. Да? Так что вот так. И это уже есть предназначение экономического роста. Потому что вначале из кризиса выходит банковская система, потом она наполняется деньгами, потом производственная. Ну, тут явно очевидный бред. Потому что банки, на самом деле, это... Ну, ничего хорошего в том, что банки наполняются деньгами, нет. Банки должны лопаться. Об этом четко говорит австрийская теория. Потому что если банки спасать, то вы это делаете с помощью печатного станка. Вы... У банкира нет денег. Он их взял у человека и отдал другому человеку. Тот не принес, банкир обанкротился. И что теперь? Нужно бежать к центральному банку. Плакаться. И центральный банк должен напечатать кучу цифрового бабла и, может, немножко налички и спасти этот блядский банк. И что, следовательно, эти деньги выйдут на рынок, государственная валюта в очередной раз подешевеет, и люди снова потеряют бабло, потеряют свои накопления, потеряют свою работу, потому что компании будут закрываться, частные компании. Шикарно, шикарно. Так уже, в принципе, было в 2008-м. Прекрасный был фильм, который я всем рекомендую. «Игра на понижение». Да, некоторые там решили примазаться, и как банкиры
поработать. То есть создали вот эти кредитные дефолтные свопы, и ЦБ, напечатав денег, отвалил чуть-чуть денег этим ребяткам, ушлым. Но и спас кучу банков. Ну как кучу? Два, но гигантских банка. Поэтому нет. Спасать банки – это уничтожать экономику. Банки должны лопаться. Если просто банковская система, о чем вновь не знает ничего Балашов, она паразитарная, она фактически государственная, банкиры фактически госслужащие. Почему? Потому что современный банк – это не тот банк, который был когда-то. Вот если бы Балашов читал, он бы знал, что было два вида финансовой деятельности. Деньги сдаются на хранение, и клиент платит банку за хранение денег. Или клиент отдает деньги какому-то ушлому человеку или спекулянту, и тот, как инвестор или как торговец, как трейдер, находит бизнес или находит акции, и тогда ты получаешь процент, да, или, как говорится, там, дивиденды. Но это может, это опасно, это может прогореть. А у нас же людям как рассказывают? Несите деньги в банк. Банк надежный, большой, с ним ничего не случится, или даже, может, небольшой, неважно. И, к сожалению, человек, отнеся деньги в банк, банкиру, не понимает, что они там не хранятся. Нельзя хранить деньги и одновременно раздавать эти деньги в кредит, на кредиты. Нет, либо деньги в банке, либо они не в банке. И тогда начинается банк-ран, когда набег на банк, так называемый, когда люди бегут в банки, пытаясь сохранить свои деньги. Хоть как-то. Но обычно у них ничего не получается. Поэтому это не экономический рост. Спасение банков, это означает, что рынок был наполнен ненужными фальшивыми бумажками, деньгами. И цены улетели вверх из-за этого. Потом, когда все понимают, что на самом деле за этими ценами никто не придет, никто не купит по таким ценам, люди начинают панически и быстро снижать цены. Происходит дефляция. И тут банкиры начинают останавливать, и тут государство начинает останавливать этот процесс, спасая банки, спасая какие-то корпорации, дотируя какие-то компании, раздавая бабло на карты людям, и делают еще хуже. То есть цены не возвращаются к естественному уровню, а снова начинают лезть вверх. Это не признак богатства. Зимбабвийская экономическая школа – это проблема, это беда. И Балашов, как явный поклонник зимбабвийской экономической школы, он об этом не знает. А чтобы это знать, нужно все-таки читать австрийцев. База, а оно начинает, продукция дорожать, потом розница, потом опт, потом недвижимость дешевая, а потом уже недвижимость дорогая. А потом, как обычно, опять наберутся долгов, влезут в эти. Я предсказываю, что в 23-24 году будет кризис. Если прошлый был ипотечный банковский кризис, это кризис финансов всегда, и финансы касаются всего, то следующий кризис, я предсказываю, вангую, это будет кризис потребительских кредитов. Потому что сейчас все банки увлеклись потребительскими кредитами. Они раздают их людям вообще без имущества. В России уже идет колоссальный невозврат этих кредитов. Эти долги будут накапливаться. Потому что эти долги будут перепродаваться другим. Будут выпускаться всякие контракты, фьючерсы. Они будут упаковываться типа в хорошие акции. И это будет раздувать финансовый рынок, пока он не лопнет. И мы назовем его еще в перспективе. И можете уже ждать. Это кризис. Не, ну представляете, то есть он на голубом глазу утверждает, что вот деньги, идущие в недвижимости, и цены растущие, это признак экономического роста. Отлично. И тут же через запятую говорит, нет, наполнение рынка непонятными деньгами, которые упаковываются, которые идут на потребление, на потребительские карты, бла-бла-бла, это вот предвестники кризиса, вот он в 23-м году будет. Блять, ты же сказал, деньги главное. Вот людям раздали кучу денег воровских, да, необеспеченных. Они побежали покупать.
У тебя это и экономический рост, и кризис. Или, точнее, предвестник кризиса. Охренеть, насколько у человека в голове полная путаница. Потребительского кредитования. Потому что под ним нет базы накопления капитала. Все, что выдано в потребительское кредитование, это потребление. Это съели, сносили, съездили. А капиталовложение, формирование собственного капитала, это совершенно другое. То, о чем я рассказываю людям. Чем раньше вы начнете капитал свой собственный формировать, а это нечто, что приносит и капитализацию, и доход. И в нашей стране это, к сожалению, только недвижимость. Возможно, появятся акции, которые приносят и капитализацию, и доход. Но на сегодняшний день это работает так. Поэтому никаких противоречий. Как 7 лет было, так я их и наблюдаю. И если я просто говорил, в 2016 году его не было видно, то обратите внимание, в 2021 году мы уже видим салют. Мы уже видим катера. Мы уже видим бесконечную череду машин на дорогах Киева, которые Феррари, Майбахи, это все он ездит по Киеву. Да, вот видите, то есть Балашов с одной стороны говорил, что деньги главное и наполнение типа экономики деньгами это хорошо, это экономический рост, это блага, бла-бла-бла. А потом сразу говорит, что нет, это на самом деле плохо, это означает кризис. А вот люди потратят, поедут, сожрут и сносят. Ух, каша в голове у дядьки. Они же деньги имеют. Влад Терзи, когда я спрашивал про налоги на спекуляциях, я имел в виду спекуляции на территории Украины. Меня интересовало, когда будут взиматься налоги. В момент, когда я покупаю акции, фьючерс и так далее. Или с чистой прибыли по окончанию года. И какие налоги это будут? Если вы на фондовую биржу принесете такое понятие, как покупаешь, платишь 5% или 0,5% или 0,05%, вы уничтожите этот вид деятельности. Да! Если хотите, чтобы фондовая биржа Украины нормально работала, или вообще ничего не трогайте, или понесите налоги, но не меняйте их на налог с продаж. Еще раз говорю, тем самым вы убьете индустрию. Ничего мы не убьем. Я объяснял, что финансовый рынок – это особый рынок. Если мы действительно хотим у нас биржу открыть, чтобы сделки делались у нас, то посмотрите, сколько платят за продажу на лондонской бирже или на нью-йоркской бирже. Господин, уважаемый господин Балашов, вы же ничего не поняли. Вам человек правильно абсолютно все сказал, что если вы на бирже, где очевидно покупаешь, платишь, есть такая система, если вы на бирже ведете свою систему гениальную, то, конечно, вы убьете этот вид бизнеса. Потому что, да, вы сейчас, конечно, скажете или сказали, что это особый вид деятельности, и посмотрите. Нет, а там... На Западе или в Лондоне, ну, не так, в Северной Америке, в Лондоне, в Германии, на Токийской бирже, на бирже в Австралии, где там у нас еще биржа есть. В общем, везде, конечно, есть условия налогообложения, но биржа, она не устроена, как вот вы утверждаете, покупаешь, платишь. Да? То есть этот вид деятельности вообще, конечно, обкладывать, вообще нельзя ничего обкладывать налогами. Вот фишка в чем. Но этот вид деятельности, это просто собрание людей, которые собрались в одном месте поторговать чем-то. И правильно вам человек заметил, если вы ведете эту идиотскую вашу систему «покупаешь, платишь», то на бирже человек, совершая сделку, он покупает. И что он должен платить, отдавать вам 5%? На бирже, такая биржа тут же сдохнет, потому что проиграет конкуренцию любой ваш конкурент за границей или внутри границы, обходя как-то этот налог, этот закон. Он, конечно, выиграет весь рынок. Вот почему в Украине нет фондового рынка. И почти в России его нет. Но я не считаю московскую биржу, ММВБ и эту вторую биржу. Это нет, это не биржа, это смешно. Даже у Китая, наверное, что-то там есть.
Поэтому, да, абсолютно человек правильно вам заметил. Вы должны хоть как-то разбираться в том, что вы хотя бы попытались изобрести, и что вы несете людям. Что покупаешь, платишь, это обычный НДС. И это, ну, любой налог преступный, потому что вы забираете у человека собственность или его деньги. Что, в принципе, одно и то же. Передача акций. То есть, вот и все. И у нас должно быть чуть-чуть ниже. Вот и все. Вот так мы будем ориентироваться по этому рынку. Потому что назовем его так. Это специальный рынок, который я хотел бы, чтобы был свободный. Возможно, мы рассмотрим вопрос в Украине, что там вообще взиматься никакие налоги не будут. Но я считаю все-таки, что если ты что-то покупаешь, ты должен платить. Как бы этот принцип основополагающий. Да, это принцип чего? Твой личный, который ты хочешь всем навязать, или основополагающий принцип для всего человечества? Ты хочешь с людей драть бабло. 5% и 10%, и там плюс еще куча налогов. Нет. Алекс, Алекс, Балашов, надо с тобой бухнуть. Алекс, Алекс, не бухаю. Подбухиваю, не бухаю. Мы вообще, конечно, когда ты пишешь, Балашов, надо с тобой бухнуть. Надо предложение дайте финансовое. Может быть, я соглашусь. Хороший взнос и в партию, и я с вами буду пить. Черт с ним. Так, Сергей, с голубой устрицей перебор. Но это не Сергей с голубой устрицей. Нет, с голубой устрицей это шедевр, я считаю, что я себе лично понравился. Ну, в общем, дальше, видимо, пошли какие-то шуточные ответы на шуточные комментарии. Это уже неинтересно. Я буду заканчивать. И так уже ролик на 2 часа. Я его еще буду резать. Да, к сожалению, получилось так. Но я надеюсь, вам было интересно. И знаете, я последнюю мысль хочу сказать. Кто-то Балашова все-таки там внутри испортил. Мало того, что ему дали эту идиотскую идею, надо создать партию. Я думаю, кто-то там, скорее всего, Орлов, его вот натаскал типа на книги по, не знаю, по психологии, по НЛП, по лидерству всякому. И он создал чушь и стал... Он стал деградировать. Когда он был без партии, его было очень интересно слушать как практикующего бизнесмена. Ой, так слишком близко, да, вот так лучше. Но когда он создал партию, все, он испортился. То есть на него кто-то негативно, мне кажется, повлиял и влияет. Возможно, это Орлов, возможно, это его какое-то окружение близкое, да что ж меня не видно. Вот, и Балашов... И Балашов, к сожалению, поехал не в ту сторону. В сторону левизны. Хотя он это называет либертарианством. Я главный либертарианец вообще всея Украины и всея уже СНГ. А вы тут кто такие? Ладно, друзья, спасибо, что смотрели. Напишите обязательно хоть какой-то комментарий, хоть плюсик. Поставьте, не поленитесь... В комментарии, потому что, оказывается, это очень позитивно влияет на видео, на продвижение. Я не буду клянчить у вас подписку, и чтобы вы ударили в колокол. Не надо. Интересно? Пожалуйста, вперед. Вы знаете, что делать. Неинтересно? Значит, все. Я принципиально иногда выключаю ролики, которые начинают в начале ролика или в конце. Клянчить у людей подписку, это уже становится, это уже раздражает. Если контент хороший, человек подпишется. Вот я буквально сегодня подписался на какой-то маленький, малюсенький каналчик Формула 1, где всего 4 ролика, но они все набрали миллионы просмотров. Знаете почему? А там сравнение графически квалификационных кругов разных гонщиков, обычно лидеров. То есть стоит 3D-графика, и понятно, как человек проходил свой круг по сравнению со своим конкурентом ближайшим по квалификации. Очень интересно. И я сразу подписался, потому что это полезный контент.
Я не буду у вас умолять. И, в общем, хотите, да, хотите, нет. Но я надеюсь, вам было интересно. Подписка – это дело, конечно, добровольное. Но комментарий постарайтесь оставить. Укажите, что так, что не так. Что-то спросите у меня. Покритикуйте. Напишите что-то про Балашова, что вы о нем думаете. Потому что мне тоже интересно понять, кто меня обычно смотрит. Ну, обычно вот я смотрю, люди адекватные. Поэтому, и если вам понравилось, я буду очень рад. За донаты, конечно, ничего говорить не буду, потому что что-то они вообще не работают. Посмотрим. Но я надеюсь, такой формат вам приглянулся. Спасибо большое.